Да-да, Тося. Я сегодня нашла один сад, который скрытый от человеческих глаз. Это значит за наш этот кондо. Тут мусорный бак, а тут есть, если шагнуть через ямы, вот есть тут большое-большое... Короче, одно место есть сокрытое. И я вот иногда сюда прихожу, как бы, и когда фрукты кушаю, я косточки выбрасываю. Вот, это вот папайя. Вот, это то, что я выбрасываю, это все насеялось. Это то, что я сеяла, это все насеялось. Видишь? Это папайя такая. Вот, видишь, красивая. Вот эту папайю я буду где-то пересаживать, потому что бунили шарот. Стой тут, я сейчас... А это я вот такой вот коридорчик вычистила. Вот, сегодня с граблями работала. Все тут убирала. В общем, тут, значит, пересадила. Вот так и было много там папайи, я пришлось пересаживать, рассаживать. И я вот это вот все пересадила. А это вот кори, это так оно и было. Я их оставила. Я их оставила, потому что это кори, это тоже полезная вещь. Поэтому вот это вот я уже папайю пересадила. Вот. Вот это тоже как бы баклажан насеялся, поэтому я не стала его убирать. Дальше. Вот это все, ну, много папайи. А это вот перец, видите, огонек. Смотрите, какой огромный кустик. Я его тоже решила не убирать. Пусть растет. Раз вырос, пусть растет. Вот. Тут тоже папайя очень нуждается в воде, в поливе. Надо опять ходить поливать его. Вот. Потом, когда я убирала, смотрю, какой-то листик. А это у нас пассифлора. Поэтому тоже не стала его дергать. Пусть растет. Вот. Вот это нуждается в воде. Его полить надо. Сегодня два раза поливала, все равно мало. Вот. Там тоже мамочка. Ящерица, наверное, какая-то. Вот тоже поливала, ну. Сегодня будет ящерица бегать все равно. Вот это тоже коришка. Да что ж такое? Динозавр бегает или крокодил бегает. Широ, далеко не иди. Вот и непонятно, что она там шуршит. Вот это тоже папайя. Не надо трогать. Вот ведро оставила. Чтоб 100 раз не бегать. Широ, видишь, папайя, аккуратно. Это он физалис, видишь, сколько кустов. Ходила с прогулки, физалиса кустиков нарвала. Вот, когда отойдут, вот завтра, наверное, их посажу сюда. Шарот, смотри, вот это папайя, вот это папайя, вот это папайя. Это все аккуратно надо ходить, хорошо? Смотри под мной. Это совсем маленький посадила. Вот папайя у меня тоже. Вон там папайя тоже, возле этого. Ой, пьяненько так все, конечно. Аккуратно, Шарот. Вот. Ой, кто это? Шарот, не ходи туда. Вдруг там змеюка. Ну, прям правильно, это я выбросила, ты взяла. Ну, ладно. Это вот папайю пересаживала. Это какой-то пьяный. Шарот, аккуратно, там я тоже, наверное, посадила. Вон там, видишь, маленькая, аккуратно. Это тоже посадила, ну какой-то с... Любит он. Ай-яй-яй-яй-яй. Папайя совсем у нас, конечно. Пьяненький такой. Пересадила, он не хочет сушиться. Все падает и падает. Что-то надо кирпичи его, что ли. Кирпичами его. Кривой все равно. Надеюсь, они скоро тут укрепятся. Вот, и будет нормально. Это тоже маленькая пипеточка такая совсем. Полила его. Шарот, мне когда-то тут укусили муравьи сильно. Так сильно, думала, пчела какая-то бешеная. И вот такой вот сад. Такой вот сад. Никто не видит, не слышит. Тишина, красота. И вот когда она вырастет, это столько фруктов будет. Мама, не горюй.